Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня опять для вас принес новая информация, которой люди хотят выздоравливаться с лечением камнем. Какие-то драгоценные камни могут для вас помогать. Здесь мы будем обговорим об этом. Прежде всего, я всегда желаю, чтобы сделаете мой канал subscribe и bell icon тоже нажмите, чтобы вы получаете новое свежее видео. Каждый день набор сделаем, нотификация получаете. А здесь я буду специально вам объяснить сегодня изумруда. Это очень хороший камень, очень красивый камень. Дорого что это, потому что это драгоценный камень. Это не полудрагоценный камень, это драгоценный камень. Очень дорого что это бывает. Но если вы хотите купить, вы можете слабенький качество можете купить и можете носить. Полезный эффект для вас будет там тоже. Но это камень единственный, есть преимущественный эффект для вас, чтобы если вы ощущаете какая-то проблема, которая желудочная проблема есть у вас, кровь, давление иногда впадает, иногда увеличивается. Вот такая ситуация, это дает сила вашего мозга и сердцем тоже. Еще там будет вылечить вашего печень и дает вам какую-то специальную силу. Это камень очень хорошо работает для сифилитической проблемы. Люди, которые хотят вылечить вот это сифилитические заболевания, вы можете вылечить, потому что в мире очень много вот это заболевания уже впадают люди, и лекарства есть, антибиотика. Кроме антибиотика, вы можете использовать вот это изумруд. И если вы ощущаете какой-то камень есть на вашей почке, это тоже для вас будет хорошо. Это хорошо для укус какой-то можно говорить ядочный какой-то у нас бывает животный. Это может вас охранить для вас. Еще там, если люди, которые диабетизм болят, иногда как это можно говорить, увеличивается эта ситуация, сугар иногда впадает, не ровно бывает всегда. Для диабетика больни это очень хорошо работает. А еще если женщина, которая беременна, есть во время рождения, какое-то осложнение есть, это камень вы можете на бедре носить, это будет вас помогать время рождения. Еще если вы хотите, чтобы какая-то проблема есть для вас, мочиться будет на ночью каждое время и ходите в туалет 2-4 раза в ночь, эта ситуация тоже будет вас помогать, вот это камень. Если будете носить хороший камень, дает вам хорошее качество, хорошее здоровье. Если вам нравится видео, пожалуйста, сделайте лайк, который шер тоже. И на комменты спрашивайте, какой-нибудь у вас вопрос есть. Мы будем вам отвечать. Спасибо, до свидания.